Как ему слева много? Тебе большого. Помогать мне. Короче, босса на ком метка будет сейчас, ведете в начало кружку. Разрушитель кружок. Давай подбирай этот колчедан, слышишь? Сражива, подбирай, подбирай колчедан. Пол, видишь жидкий колчедан? Тыкни на него и нажми на цифру 3. Таргет его надо выделить. Сражила. О, красава. У разрушителя сидит. Запомнить цель, тыкайте. Энергию пополнять. Все, агрите, поехали. А, подбирай, подбирай вот сюда. Спереди. О, давай, подбирай. О. Я сбиваю садка. Так, на большом расстоянии от него держитесь, на максимально. Эй, колчина. Все, теперь назад веди. Откуда босс ушел, туда веди. Может, подъедешь к колчедану, типа я его туда подберу. Левиафан завершает свою работу. Так. Чё, куда сами идём? Робота. Нужно больше ярости. В шкафчик и засуманим сейчас. БТК спрятать? Да, Макгрегор потанч. Давай сделаем сердцеед. За ЧХМ? Да. Да не стоит. Не сегодня точно. Бля, у меня что-то панелька багнулась. Он, бля, вот мы сейчас, спецсек. Хотя не у кого? У кого танк есть еще? Один спят надо. Попал или Марк? Ой, ой, в мишке. Прыгает.
Только столик стоит там сзади, берите, будем начинать. Так. Подожди, посмотрю, кто из вас там демон Вуди, наверное, да? Давайте. По бафам определились? Или говорить? Саня, ты... Так, подожди секунду. Саня, ты кулаки бафнул? Тряси. Угу, я тогда кресты бафнул, пора иду сейчас. Начнем. Потом, чего не хватает? Чуть-чуть, они с ума нет, братишка у нас. Каску дай пороги, если нет. А, калка баф не значит каску пороги и ПДК. Тряся кулаки бафа. Короче, тряся кулаки, кал, каски и пеппер кресты. Два танка у нас. Так, Макгрегор и Войд. Слышишь, Войд, Слава, потанчи в мишки. Трэш тут. Я босса танканул, пусть он трэш танчит. Окей, тогда Макгрегор потанчишь. Трэш. Вот он, смотри, вот он из той дальней кучи полезет. Его очень много там будет. Видишь на мини-карте, да? Ага. Справа там далеко. Ну все, давай, Слава, начинай. Чего это все твои новобранцы в люди ходят? Где боссы до 75? Сердце вылазит на 50% стопом урон. Метка не забывайте, сколько выбегать. Темная метка из рейда светло остается. Вот Дженнифер побежал. Алло, привет, а что делаем тут? Просто лайв режим. Напольного еда. Сердце вылезет, бейте сердце. До 50% примерно. Да. Короче, бьете, пока трэш слева справа не полезет. Все, стопайте уже, по сердцу расходитесь влево вправо. Трэш полезет. Сразу не врывайтесь. Не бейте, не бейте. Не бейте трэш. Ой, сердце. Бейте трэш. Сзади, сзади. Законтрольте там. Станы дайте. Умирайте. Врывайтесь сразу. Полоботу бейте, а там их шаретки отхиливаете. Буду давай. Эти босса, убейте этих бумботов, ломоботов. А Слава понял, что он трэш-то танчит? Думал, босса танчит. Босса танчит. Я же сказал, войд на трэше, да? Блять, да нахуя? Нахуя да, так распределить? Могу дать БР сейчас, слышишь? Могу сейчас дать БР. Макгрегор войска дашь на трэш. Я уже давал. Ну он Apple Box'а подниму, да. Еще кого-нибудь подниму. Где он находится? Какой пальчик? Третья пальчик. Поднимаю. Кого поднимаешь? Бейте, бейте трэш. Не бейте, не бейте сердце. Давай Apple Box. Дашь на трэш войска. Не знаю. Какой войск? Бумбот. Вы убейте бумбота. Убейте бумбота. Хлама бота убейте. Мне рейда убивайте. Опять бомбота идет. О. Бота убейте. Сейчас отхилится. Поднимать Джерри. Ну, подними его. Я
по крестам. Там просто трэш пришел, который меня убили. Убивать надо, там агрегер убили, сразу смог. Не, ну его кто-то зацепил, он так не приходит. Как так зацепить? Ну, он не приходит сам по себе. Сейчас опять скоро трэш вылезет, как он только появился, сразу играйте в него. И сразу не врывайтесь. О, трэш появился, бейте трэш, ставьте сердце. Тупо в трэш. Бомботов в первую очередь не очень много ОЕ вливают. Боты под боссом. Хлама бот. Добивайте босса. Дети, центр осталось. По-моему, он, кстати, не отхиливается, когда жрет. Ну, это незаметно, во всяком случае. Забивайте босса, там 2%. Зачем ставить БДК на трэш, а мышку на босса? Там какая-то херня, босс когда открывается, какое-то окно вылазит, что-то ЕПГП, какая-то параша. Жестче. Аддон, наверное, какой-то. Аддон. Пульте сферу. Блять, что за роллы у вас? Какие-то жесткие. Вот так, плечи берите. Вот. Запястье, ладно. Два хулипала хилы будет, да? Сейчас разберемся. Джека. Я хочу, чтобы 3 сели на хилил. Я остальным не доверяю. Так, вам еще нужен ДД в угар? Да ебучий бро. Заходи на АДК. Протопал, ау. Протопалом заходи, я тебе пати кину. Ты просто отключи аддон, ты слышишь и все. Сейчас, погодите, заходить на протопало? Протопало заходи. Меч против жал. Модовый. Только предупреждаю сразу, я выбрал первый раз, так что может будете объяснять потихоньку сразу, ладно? Там Трися отошел вой, которому ты доверяешь. Заходи самым мощным протопалом. Хорошо. Че, есть не мощный еще? Клонский, что ли? А, вон его нашел. Так, мне сейчас надо ГПС снять. Это что мне сделать надо? Причина для начисления ГП значения. А до минус 99 значит поставить, да? Причина для начисления ГП значения минус 99. Как мне с себя ГП снять? Я перед, кто мне объяснит? Что там бегать надо? Ходишь в офицерскую заметку, редактировал, и снимаешься ГП. Через аддон. Через аддон это не кошерно. Через офицерскую заметку. Говорят, не палец.
Я уже зашел в базу. Хуй знает. Кто, Олег или Слава, снимите 99 ГП с папера. Больших-больших пока не тяни, мелкий трэш. Приведу здорового, стой тут. Ты всё, добавил? Да. Вот, все равновесие как раз. Вот так, да? Да нет, все было нормально. Сейчас нормально. Нет, стоп, сейчас надо снять еще с одним слышим. Я, короче, отнял и обратно прибавил. Короче, Олег просто два раза прибавил, а Джерри один раз отнял. Слава, слышишь, ты на этих, на мобах, МТ у нас будет Макгрегор. Чё, на Алголона? Нужно слезы попробовать, все дела. Пожарные сейчас. В два хапала. В два хапала пожарного. Да. Так, Макгрегор, иди сюда. Я тебе, видишь, метку квадрат поставил? Я. Все, просто тяни и стойте весь рейд, играйте в квадрат. Точечно играть в квадрат. Маги, давайте кружку контроль. Все бьем точечно треугольник. Поехали. Киньте ремонтника. Все, не трогайте его. Убирайте массу в ремонтника. Заливайте. Чё, куда идем? На совет? Да. Да, отлично, надо выйти. Долго мы ковырять-то его сейчас будем. У вас сегодня пожарные попали? Была бы Гена. Могу, кстати, шаманом зайти, хотите? Было бы неплохо. А вон и тайма есть демон. Так, Алк, давай. Ты частицу на Вайда, я на Макгрегора. Третий танк нужен, насколько я помню, не? Не. Неохота тут вайпаться. Я перезайду нас, переста. Так, до инста самому добраться. Как у тебя? Какой второй аспект? Ты только кинь. Ой, блин, я тебя добрал протопала, который ни разу не танчил удар. Это не страшно, батюшка. Протопала в РК, нет? Да. Ты там зашки, агросполки тыкать за протопал один. В плане план 80 правильная защита? Не знаю, там что у него тыкается в протополадине. Объясните ему кто-нибудь. Короче, поставь шкаф, присумоним. Кидаешь лужу, кидаешь тарелку и все. Восьмую пати. Свой класс знаешь, короче. Ну да. Все способности наизусть. Ну прям уж наизусть вряд ли. Поставь шкаф, слышишь? Он ли? Надо знать название на двух языках и что делает способность, надо все знать.
И закинул лок в восьмой карте. Ну. Тут даже не на двух языках, потому что некоторые кастом звук вообще по-разному. Валера, не хватает. Короче, смотри, протопол один. Я тебе ставлю метку. Кружок. А, нет, подожди. Вот так вот. Будешь танчить Бурундира. Будет хаотично там бегать, бегаешь за ним, а грисполки постоянно тыкаешь тарелку и так далее. Так, Славик, ты танчишь у нас молгейма. Квадрат. Грегор танчит стали лома большого. Еще раз. Протопол. Я Зил Цукен. Ты танчишь кружок самого маленького. Так, Славик среднего молгейма и сталилома Макгрегор самого большого. Певчего. Соли. Бери его. Так. Жека, спекни здесь в ДЦ. Прямо сейчас. Масштаб. Масштаб пистекнец. Я в Аршаме, кстати. Ты гаттербол и Аршама закинь. А, Альпич, по-моему, тоже. Альпич, спекнись в ДЦ, у тебя есть спек? Может, Дутинка спекнуть. Давай ты. Я тебе больше доверяю. А что, мне Ван хейтит? Так, гаттербол спрашивает? Да. Так, сама то крит в ДЦ топчик. Ну, я думаю, захилим, блядь. Не ударим лицом в грязь. Подайте бафы по пристам. Сейчас бафну. Как еще? Венха? Или ты Аршами? Дайте тогда кулак пошли. Не-не-не, будь... Не-не, стой, будь Аршами нормально, мы убьем. Все чекаю, короче, сейчас помчим. МП пошли. Крест, подруин. Смотрите, мелкому касс сбивает первый Реал Прайд, второй Мэджик. Потом Старожила третий, Нарексис четвертый. Все, и так по кругу. Так, крест. На крест. Applebox, чего не хватает. На крест дал. Ассиста на певчего. Сейчас с пула играем все в маленького кружочек. Старожила. На крест. На крест. Все готово, последний чек и будем начинать. Сейчас только танки идут вперед, хилы хилят. По моей команде мелко начинают бить. Не готов. Слышать, он еще. Топ-маг гильдии Dark Stars. Калк, не забывай, ты на Вайда, я на Макгрегора частиц. Давайте ставки делать, кто будет первый в рекаунте. Мак, ждем и начинаем. Снизу, да? Заходит, нет, Олег? А, вот вижу. Дал крест, мак забахать. Так, у нас все готовы, танки, давайте на исходку. Подходите поближе чуть-чуть, сейчас будем начинать. Все, давайте погнали. Я буду спокойно лишь когда окончательно истреблю вас. Играть в кружок. Давай, Рост. Кружок играйте, косты по возможности сбивайте. Мелкого убьют, среднего подведешь, к синей луже поближе. Могу использовать эту способность.
кто играть в среднего. Дженнифер, давай БР сторожили. А сейчас. Да там до метки, до лужи зеленой, сколько время? Как вторая синяя ПС, так надо разбегаться. Так, давайте раньше набираем. Уже сейчас наберите раньше, выбегите все отсюда. Грегора хильте, сильно прошибаю. Так, сейчас с ним ждем. Вот сейчас будет лужа, внимательно смотрим. Выбежали, выбежали, выбежали. Да ебать, тебя прошибает. Кого? Магрегора. Это даже большой. Играть в этого. Сейчас дотайте потихоньку уже большого. Пытка там, ой, палец, чума. ХП обнуляется, когда босс умирает другой, так что это не бессмысленно. Йо. Все хилы хилят Макгрегора. Могу поднять кого-то из чего? Да не надо. Живем. Бег некого. Так, Дженнифер, залей Инер Квадерболу. Так, ну ты типка читай гимна ману. Ставь Квадербол, ты там прилил ману. Я уже ставил. Йо, ману. Ману, шаману залейте. Попал бог, залей шаману ману, прямо сейчас срочно очень. Я заливал лучше. Заливал. Или Макгрегора все. Медведь топ там. Азиа, большого дали. Слава Божина! Мы разгромили железное собрание и открыли архив! Молодцы, ребят! Давайте, чтобы время не терять. Так. Смотрите, я кидаю сферу на ролл, рольте все первые трём отдам. Когда лучше играем, чтобы сократить время ролла? Чего ты нажила, ребята? Че, ребята, заходи давай. Ой, меня убило. Ну конечно убило. Я хотел так играл прайд. Правильно, да? Сейчас 17 секунд подождать. Это не так важно. Дай. Ну, прайд. Я там репортик написал. Заходи, мишки капли. Конечно. Плечи кому надо, ну киньте кто-то дал. Давай я инфо буду собирать тогда на последний. Ух, какие красивые. Ух-ух-ух. В чем либо у меня этот ЕПГП заработал. По дебильному вообще стало. Башку надо кому, а то ладно. Калагарна убивали уже? Сейчас на нем стоим. Блять, давай. Давай обезоруженного сделаем. Давай. Давайте, пожалуйста, бессмертие сделаем. Дайте пати мне, блядь. Там есть слот? Есть, есть. Тут не получится, наверное, кире бессмертие. Получится, изи. Давайте как хотите, нахуй, живите, блядь. Пикап прикинешь, и нормально будем жить. Все заебись, на протовую мишку, да? Да, на мишку каплю, на себя божественную защиту, нахуй, заебись. Пишу макрос, нахуй. Че, диск ролили? Диск, диск. Да, кстати, дайте бафы по обратно в идеально, разумеется, да, я. Кто мне объяснит, почему у босса у Калагарна нету рук, а танковым что-то фулгировал? Нет, такого не бывает, ты ошибаешься. Когда руки есть, то ваншоты. Лапу, кресты, кулаки, чего там? А диск можно забрать, алло? Да, ралли диск.
Нет, без диска. В смысле? Поживешь. Ну нету диска. Как нету, дай лутера. Сейчас возвращаться будешь, тебя ждать, что ли, будем? Не надо. Так, уже да, так после босса можно сходить. Ну, сходишь после. Так, смотрите, Киря. Киря, ты в рейде? Да, да. А что за диск? Спекнись в протокол. Сейчас, секунду. Давайте без смертей какие-нибудь, пожалуйста. Так, Киря. Ребят, я не понимаю, что так сложно пресс, что ли, тебе тебе что? Сейчас я кину, подожди, я объясню, что делать надо. Киря, ты будешь первый танчить. Макгрегор, ты второй. Только увидишь на Садере, короче, ревностный сработал, сразу забираешь на себя. Славик, ты танчишь третий, окей? Так, я Зил Цукен, ты танчишь четвертый. Все, смотрите, вы танчите по дебафу, короче, как это там называется-то? Что-то ослабляющее, броня или, не помню, или раскол. Красненький такой щит. Я, короче, протобафну. Или хруст доспеха, да, по-моему, хруст доспеха. Короче, да. Увидели, только дебаф хруст доспеха, все. С действующего танка забираете. Вот смотрите, лайфхак. Все тыкайте на калагар, на это танк, я вам говорю, и тыкайте запомнить цель. Все, и вам так проще будет ориентироваться. Славик, если что, короче, озвучивай, рейд похилю. Слушайте, что-то прослакал. Кто первый, кто второй? Я смотри, первый. Первый Седдер. Сейчас, секунду, я еще второй скину. Прокнет на нем ревность, не сразу заберешь. Через пару секунд. Так, так. Четыре танка, кроме мага. Первая апатия. Так, весь рейд стоит сейчас в квадратике. Давайте чекну на бафы. Смотрите, кому очень не хватает. Крест сейчас бафнут. Каску не хватает. Кто каску? Так, весь рейд сейчас по моей команде пойдет, будет стоять на месте, только 4 танка бегут вперед. Седер, ты начинаешь. Остальные танки так, ничего не жмут. А кто последний, как никнейм? Ну подожди. Ну. А кого бьем? Босс. Просто спул босса? Бьем. Спул бьем руку, я кружочек поставил. Че, мы будем делать безоружен или просто без смерти дела? Можно без попробовать? Давай сделаем. Что? Мы обезоруженного сделаем. Делаем обезоруженного, тогда нам придется сливать 3 раза руки. Правая, левая, потом снова правая. Так, а ну-ка напомни, 15% сразу отнимает. Да. Да, 15%. Руку разбили, появились обломки и минус 15% у босса. Так, теперь Калк, смотри, ты частицу на... Давай на Вайда, я на Макгрегора и вдвоем с тобой. Я хилю, короче, Седдера, а ты... Я Зил Цукен хилишь, окей? Все, отлично, два тела с чек. Сейчас весь рейд стоит в синем квадратике, Кирюха один пойдет, Седдер. Спулит босса и начнем в руку сразу играть. Все, давайте, побежали. Все, бля. Где Садера сейчас? Все хилы. Ты у нас. Убирай. Или Макгрегора. Давай, играете? Да. Вы играете все? Потом выйдут обломки, сыграйте в обломки массы, там залечь. Захиливай. Забирай свой щит. Паладина хилим. Ой, Вайда. Играйте в обломки. Вики. И следующую руку играйте. Следующую руку. И следующий танк, четвертый. Все отлично. После руки опять обломки появятся. Опять в обломки сыграли, потом в руку. Ждем, пока рука появится. Пока рука, он не будет хруст вешать, так что пусть пока. Ага. Я заберу потом. Ой, на ком дебафа нету, тот и забирает. Макгрегор заберешь. В руку сыграли. Давайте рост. Макгрегор. Хили Макгрегора. Сейчас скажу, 2 секунды не зыбку отдавай. Сторожили долбоб. Поможет. Убирай следующий танк. Ты не сделайте, а чего, все. Зачем вы ее добили? Седер забей, ибо задай. Попробуем без смерти Кирюхи сделать. Стопайте по боссу, бейте левую руку.
Босса не бейте, если хотите без оружия. Там про левоман и дубутивка читай гимн на хп. Ой, на ману, на ману. Стопайте по левой руке, ждите правую, стоп, правую зергаем и все. Стопайте по левой, блядь. Пати босс. Пати босс. Хилим паладина. Я зил, цук. Он сейчас танчит. У тебя БЗ есть, паладин? Я готов забрать. Нажимай, нажимай. Следующий танк забираем, Макгрегор. Хили Макгрегора. Босса бейте, забейте в руку. Тупо босса надо сыграть. Давай каплю кинул. Блядь! Кованый в рот. Да блин, закрой. Нахера вы сказали? Тут уже надо делать. Да заёбанный ты рот, блядь. Хуя вам вот это безоружное? Мы же четко шли без смертей. Он сколочек выпал. Пизда. Блять, скажи спасибо. Скажи спасибо, кто там орёт, блять, стопать урон. Не знаю. Кому осколки отдавать? Ты что, меня не слышал? Я ж попросил. Давайте сделаем обезоруженного, ты сказал, давай. Потом начинаем бить босса, ты тупо молчишь. Бля, нету слов, короче. У меня нету сегодня настроения какие-то ачивки делать, я тупо хочу зарыгануть всех. Короче, никогда ни у кого нет настроения делать ачивки, когда они уже сделаны. Ты зря забрал, Макгрегор, у тебя дефов не было. Да я понял. Дефы, где дефы? Тут, ну буквально 2 секунды осталось до конца, блять, боя, нахуй. У нас также сегодня на йоге было 50. Да, ничего. Last раз сделаешь. Ладно, у нас десятки на йоге, блять, потом еще на острокрылый, блять. Алло, мы будем бить кого-то сегодня? А тебе боешку? Кожар, мы будем делать? Конечно. Но он же богат. А вы убивали уже эту острокрылую? Не. Вот, она поджарит пиздюков. Короче, 3 танка тут будет. Макгрегор, Войт и Седер. Есть у тебя спек другой? Ездил Цук. А, нет, оставайся в протопале, у Кирюхи есть этот арпал. Это я точно помню. Бейте пока трэш. Бейте войда. Вам трэш. Сейчас на этом боссе часовых зальем. Просто зарыгаем. Фиолетового луча все побежим заметкой. От часового будем бегать. Танки будут таунтами играть. Не ветрика, да? Да, Кирюх, спекайся. Короче, смотри, протопаладин. Иди сюда в квадрат в синий, будешь тут танчить. 2 кошки на себя заберешь и попой повернешь, чтобы они в сугроб смотрели. Сам будешь стоять вот тут. Далее иди сюда. Войд, 2 кошки заберешь. Ну все как обычно, да? Тут вот встанешь, чтобы они попой в бордюр смотрели. Макгрегор, ты будешь на боссе. Дуду типка кидай антифир Макгрегору. Так, секунду. Дуду типка Макгрегору. Мэн Нелтер, Джерен, кидай Войду. Отон, кидай Язил Цукен. Антифир. Сейчас тоже надо не умереть. Да, Альпыч, ты кидай этот антифир на себя, и страх будешь в первую очередь с танков диспелли, с танков с хилов. Я не помню, у ДЦ профитно тут массовое рассеивание тыкать или нет? Прощение. Не диспеллит или не диспеллит? Диспеллит. Диспеллит, да? Угу. Все тогда, Альпыч. Зачем кидать антифир, если у него есть берсерк? Он может перед кастом берсерк прожать. А у Вайда ты имеешь в виду, да? Да. Пусть будет, не помешает. Так, Дуду типка, значит, Макгрегору, да, по-моему, сказал Джерену Вайду. Фотон, Язил Цукин, прямо сейчас кидайте Альпыч, кидаешь на себя антифир. Все, все стоим в метке. Уже идет, и готовьтесь, танки на исходку. Смотрите, что у них не хватает по бафам. Сейчас сразу в кошек не вливайтесь. Подождите, пока танки нагрят. Все, поехали.
Все сильно квадратики стоим. Сливайте кошек. Убивайте. Бейте, бейте. Давайте часовых. Можете массы играть. Yes. Все, теперь босса. Все в синий квадратик. Давайте в синий квадрат. Если не тупо босса бьем. Готовься. Сбивай каст. Отлично. И все синий квадратик опять. Так, потом по моей команде побежим за синим квадратом. Оттуда, куда пришли. Дали массу под босса. Лестницам туда, назад побежим, по моей команде. Готовьтесь, давайте, побежали, побежали, вправо уходим. Побежали, заметка, быстрее, побежали. Вылезет вроде. Не ждем. Погнулся что-то. Так, сейчас готовьтесь, если что, влево побежим. Если будет дикий. Давайте, лично бейте босса, давайте в синий квадрат. В синий квадрат. Перед что, мордой. Что, каста не было, что ли? Нету пока. Смотри, давайте сейчас массу под босса. Да-да-да, массу под босса дали. Окей, готовьтесь, если что, сразу дикого таунтите на себя. Смотри, она его не зовет. Сломали что-то, бля. Ну давай. Радуйтесь, бесмертие. Все, бейте босса. Сейчас надо будет каст сбить. Шипы обновляйте антифиры. Сейчас надо будет каст сбить босс. Очень важно сбить. Маги глыбу избили лично, красавчики. Эти босса добивайте. Мне нравится такая ульда. Где защитники? Сломали. Охренеть, осколок упал. Первый раз вижу, что не осколок упал. Да. Вот башка, короче, кожаная, вообще красивая, блядь. Топчик. Видишь такой, блядь, как у Силвермон на башке. Угу. Забирайте, кому башка кожаная нужна. Звезда во лбу горит. Ну, на этого, на Мишку, короче, такой же Т8, блядь. Сейчас, я тебе, Олег, там скин. Ешку. Проверь. Пришла, не пришла. Кольчужное плечо, рольте. Блядь, танки. Стало к тебе. Плащ на Мишку на послание. Плащ, крути быстрее. Давай. Типа. Хотя я не могу вас хилить. Так, Сэдер, сейчас дам плащ. Нифига ты гонишь, бля. Ребят, не огня. Да, убирай, блядь. Очень прошу. Вот сзади лок интерлюд. Я поставил метку, трусы зеленые, дайте по нему баф, я крест бафнул. Пристабаф, каску. Да, сугробы не агрите, оббегайте их. В синем квадратике все держимся. Все будет отлично. Интеллект того. Олег, маги, пожалуйста. Гарно, опять, сука, уже месяц больше даже. Тут влево, влево все сбежали. Тут не работает сугроб. Пока не веди, сначала этих трех солем, потом большой. Потом большой прилет. Надо репорт написать на этот сугроб, чтобы он заработал. Внутри не работает. Точно, да. Так, короче, спекайтесь все, кроме Макгрегора сейчас. ДД. Три танка там. Кому говорю. Войт, Сукиан и кто там еще? Кирюх. В ДД спекать, если один танк будет. Так, ДД.
Не агри, сугроб. Бегай подальше, там ауе очень большого сугроба. Держитесь все в квадрате синим. Не хочу вам ГП давать, правда. Вообще не хочу. Так, и Зюлевс спехался в ДБ, да? Да, сейчас только один танк Макгрегор будет на этом бусь. Смотрите, попрошу всех шаманов, престов, паладинов на панель выносить. Очищение. Очищение на панель выносите. Всякие диспалищие обилки точечные ОШП. Нам будет диспалить фрост на У. Очень важно. Так, друиды, если на вас фрост нова, ну, босс кидает, вы просто форму меняете. Вот. Остальное все как обычно. Получаем грызовую тучу. Стоим у костров. Грегор, смотри, после большой метки будет очень много склепов. Ты ведешь прям в центр, где очень много склепов, туда босса ведешь, мы массы заливаем. Так, за агро, ребята, следите, тут бафы положительно, очень много ДПС дают. Если сорвете, то уже не станете, не получится. Так, Олег, чего не хватает? Кирюх, ты тут? Захожу, здесь тебе 5 секунд. Дженнифер, Applebox залей, маны калку. Минеры, кидайте. Это также тут ДЦ, калк, ватербол, пеппер, хилы. Все. Один танк, остальное ДД. Кирюх, подходи, будем начинать. Ласт чек. Выкинуло. Ханта бы вообще бы было супер. Кто лагает, можете в Даларан уйти, чтобы ГПшку не получать. Бочевки не пороть. Чего не хватает, Макгрегор? Я готов. Не забывайте, ребят. Все, пойдем, Макгрегор, начинай. Сейчас склепы будут, их разбить. Потом только в босс. Если на вас вешается баф трескучий мороз, значит, вы что-то делаете неправильно. Чтобы он спал, надо двигаться постоянно. Спел. Мас диспел. Форму меняй, Слава. Ну форму меняй. Ну мас диспел, блядь. Пучек с неба. Макгрегор, смотри, на нем будет, короче, баф. Что-то ледяное пальцы как-то так. Внимательно смотри. Тебе надо будет незаблемость дать, прожаться. Он очень сильно бьет. Ты там танка постоянно ДТ. Очень важно, исповеди него. Выбежали с больших меток. Мы далеко выбегаем. Забежали. И тут двигаемся, в метках больших. Двигайтесь, ребят, не стойте. Клепы слить. Очень важно. Клепы долить. И в босса. Маленьких этих метках, ребят, тоже не стойте. Урона очень много проходит. Выбежали из больших. Недалеко выбегаем от больших меток. Все, теперь забежали. И двигаемся тут. Не стоим на месте, двигаемся. Давайте АОЕ заливаем. Параш. Пэл. Но. Алло, мы диспелл. Да уже провалена ачивка, куда диспелить. Забивайте босс. О, что у нас паладин, да, провалил? А, нет. Да. Я про похолодание имел в виду. Дребяшку рольте. С на Фрею. Пацаны, ща на Фрею. Зарглем подростного. Трэш там не агри, если хилов нет. Сейчас я подойду. У меня тут рекорд 32 тысячи димон. Постарайся. Кожу рольте.
Иду отдаю. Сейчас внимательно очень токен. Рог, ДК, маг, друид. Токен забирайте. Крыжели отдал. Паладин, жрец, чернокнижник. Убирайте токен, кому надо. Пуч. Так, а Сукин, это Вуди, нет? Да, я чувак. Вуди это Кутербол. А, понял. Вуди это брат Дрэнфридер. Хант подъехал, красава. На босса с ума не мало, сейчас пока шкаф не ставьте. Сейчас два танка Макгрегор и Войд. Побежали на Фрейд. Поставил ДК, вытягиваешь, а мелких таратанчишь слоты. Все играют в кружок точечно. Нужно подойти поближе. Надо подождать. Сейчас. Квадратик точнее. Кружочек говорит. Этих массы заливать. Слайк, врывайся в следующих сразу. Ты танчишь всех, кроме кружка. Клинок природы забираешь, Макгрегор, ты. Тут в этом инсте практически все, как и в ЦЛК диспалится. Вот в тучи не стойте. Если... Приведу стойте тут. Кружочек все играть. Так, стоим все тут, пока ничего не копить, подождем. Сзади трэш, забирайте танки. Сейчас гету трэш добьем, гету присмоним и будем начинать. Так, давайте, поехали. Кружочек все играем, вытаскивая его туда, ну, хватка, да, Макгрегор. Да. Прям вытаскиваю. Их надо разъединить, вот этот трэш надо разъединить. Маленький и цветки и большой, чтобы они не хилились. А этот весь остальной массу заливайте, сводите. Так, сейчас, ребят, трэш добьете, идите все в квадратик в синий. Он летаем, поставь шкаф. Конта присуманим. Не буду ничего. Ты тут? Гетто ворка? Геточ. А чё не отвечаешь? Пишешь меня, Гетто, напиши что-нибудь. Отойдите, ребята, отойдите назад. Идет босс. Славик, готовься, если че. Так, намажь, Валера, яды на отхил. Так, все, вы с хантом режете.
Да, точно, у него уже в ротации там это дерьмо. Так, два танка Войт и Макгрегор, все, пятая группа, все хилые. Хотел вас чекать, будем начинать. Все, Макгрегор главный танк. Фотон и Олег. Гетто. Чего не хватает? Макгрегор, чего не хватает? Макгрегор, готов, нет? Да. Все, иди забирай. Веди сюда, Врейд. Давай рост. Бейте точечно босс. Кстати, без масс, это тоже очень важно. Бурю нужно не дарить. Можно. Короче, Макгрегор, готовься. Будет. Будет дерево? Да, надо. Да, надо было, да, хорка надо сейчас. Было притянуть. Сзади, сзади, сзади. Сзади слибяр. Сзади дар, ребята. Быстрее дар сливайте, а то отхилится сейчас. Ну угоните сзади дар. А все отлично. У меня просто на этом бойсе 5 FPS, что-то сожжено, это вообще что-то делать. Вот под даром убили. Здесь я думал, сейчас уже отхилится. Ебать ДПСеров собрал из-за. Жесткие. Что вы жесткие, в натуре. Рольте, Ларь. Здесь никто больше меня не кинет. Спасибо. У меня есть алхимия. Так, рецепт протяжка. Че, в ГБ эти рецы идут или нет? Нет, пускай линкует портняжное дело 450. Кто у нас? По-моему, Дуду Типка. А, нет, Макгрегор, есть протяжка 450? Скидывай мне FPM. Я тебе отдаю. Пайперу. Ребята. Сейчас, сейчас на Торима. Ребята, сейчас на Торима. А это не все ролили? Нет. А, я понял, я подумал, все ролят. Извините, пардон. Саша, Саша, жмок. О. Подруга написала, говорит, приходи. Бля, прошу понять меня. Да, от меня без заработка. Удачи. Что вы делать будете? Чаёк. Блин, когда мне так говорили, я сидел на веще 25 ер и травил. Один жрец черных нижних, ничего не надо никому. Токи надо. Воин, охотник, шаман, выбирай. Там, по-моему, на совете остался КВ с Титом. И посох двуручник забирайте. Кому надо. Да, но вам надо этот квесты, блин. Давай паролим, кто не забегает, кто победит. Перку ролить. Перку все ролят, изначально. Да. Господи, еще не все, как мне надоело. Кинжал этот забирайте. Да ты пароль такой основной, кому что надо, напиши. Не стой под молнией нереально сделать, верно? Сделаем, если хотите. Я вам объясню, все четенько. О, хардмод лучше сделан. Не, хардмод точно хардмод. Хардмод интересный. Давайте не сдохнем вообще. Че вы гоните? Не сдохнуть тоже нереально после обновы. Там просто танка ваншота. Я не понимаю, что тут происходит вообще без вот этой льде. Ну... Думайте, короче, либо мы делаем не стой под молнией, либо без смерти, я вам объясняю тактику. Стой под молнией очень элементарно, гораздо проще. Ну я не за не стой под молнией, просто... дайте шип по треугольнику. Далеко там треугольничек стоит, дайте шип.
Аги, Реал Прайд, шипани. Кто в комнату пойдет, 6 плюсов поставили. Плюс один хил это, короче, будет у нас Готербол. Ты похилишь. Вот Applebox, Дуду Типка, Макгрегор, вы в комнату идете. Бой Дайнер по Готерболу. У нас еще, короче, бой висит. Ицукин, походу, в танка не спекнется, да? Да нахуя. А как ты собираешься в два танка убивать его? Ну, Макгрегор упадет, я его подниму просто. Нет, тогда поднимет Applebox, когда Макгрегор упадет. Как ты поднимешь, если ты его будешь танчить, босса? А я не буду его танчить сначала. Короче, смотрите, два танка будет у нас. Че, будем делать под молнией, да? Ну, потому что мы без смерти уже не сделаем, это я вам 100% гарантирую. Да, давай попробуем. Давайте без смерти, ничего вы гоните? Да, да не сделаем. Когда мы в последний раз делали, на РНЖ все стояли, это дисбалансирующий удар, он не ваншотал танка. Сейчас он даже еще дебаф не кидает, и танк уже ложится, я не знаю, что такое. А Мишку не ваншотил, два танка. Потому что... Тем более два танка и у нас бой висит. Короче, смотрите, два танка, идите сюда в квадратик, все остальные набирайте рейндж друг от друга. Ты в курсе, что два. Мишке на защиту пофиг, он по мне не кританет никогда, у меня, ну, не от защиты это зависит. У меня в талантах есть такая хуйня. Смотрите, делаем ачивку не стой под молнией. На второй фазе, когда босса спустим, ребята, слушайте все внимательно. Вот видите, вокруг вас столбы такие, я не знаю, как их описать, на фонари похоже. Вот из рандомной части, даже не обязательно из столбов, из рандомной части этой комнаты будет стрелять молния. У нее изображение, как у Элема, самая элементарная молния такая. Вот ваша задача, танки, смотрите, только молнию вы видите, она из рандомного столба идет, вы босса ведете на эту молнию. Отсчитываете про себя 3 секунды с нуля и поворачиваете босса спиной. Все, весь рейд остальной стоит перед мордой у босса, все, ничего сложного нету. Потом он молнию кастанул, молния прошла, разрядил, вы ставите обратно танки в центр босса. Все, два действия вам надо сделать. Только молния показалась, вы... бежите на эту молнию, босса поворачиваете спиной, 3 секунды про себя считываете, и все. И дальше обратно на исходку. Все, ничего тут сложного нет. Чмук, ты понял, что я сказал? Мы сделаем ачивку, потому что Мишку никогда не ваншотнет. Сейчас посмотрим, Я потанчу. Сейчас у нас будет людей ваншотать из-за цепухи. 100% гарантирую. Цепуха это же в рейндж надо вставить. Так. Молнию и без смерти не делают в одном рейнже, это надо сверхинтеллект иметь. Чтобы люди понимали, когда мы босса отводим, они занимали пустое пространство. Короче, это сложно забить. Так, кто в комнату еще раз идет? Гватербол, надо быстрее думать, потому что сейчас трэш резнется. Гватербол, Макгрегор, Войт, ты тут на арене с нами танчишь. Так, Фотон, ты контролем над разумом первого завоевателя законтролишь и поставишь центр. Пьет Дуду Типка в комнату идет. Еще 4 ДД поставьте, плюсы быстрее, ребята, и подходите туда к комнате. Applebox иди туда. Только звездопад не юзай там. Слава, будешь... Ой, Макгрегор, будешь говорить. Блять, кто там? А, Жека, Дуду Типка, будешь говорить, в какую сторону убегать. Вот, Трисия, Дженнифер, все, подходите туда. Убивайте моба, поехали. Все, кто в комнату не идет, стойте в синем квадратике. Терет сейчас синего квадратики. Вот он, ты первого моба, который на арену выходит, контролишь. Дуду Типка, озвучивай там. Сразу в трэш, сразу в трэш не вливайтесь. Это тоже очень важно. Бокс, сейчас сдохнешь. Ты выдвигаете на арену. Бесит цель танка. Уйдите на арену. Контроль его завоевателя, давай Фотон. Сейчас тогда трэш сливаем. Бьем левого моба. Все. Понял, давайте заливайте этот трэш, заливайте. На арене приоритет защитник всегда. Перебежаю направо, быстрее. Так, я хил Цукен. Так, все в квадрат синие, ребята, ушли от защитника. Я Цукен кидай, стан защитнику. Точечно. Бейте защитника. Что за хуйня? Бейте защитника. Так, да, если что, смотрите, если что, бессмертие не сделаем, там шаман упал уже.
Бейте на арене защитника, ребят. Бейте, бейте, заливайте трэш. Покажите. Давайте в синий квадрат. Далее оттуда. Фотон, ты в РК, я тебе говорю, вот, за контроль моба. Бейте все треугольник, ребят. Отошли в синий квадрат. Стойте там. Защитника. Иначе ваншотник. Защитника бейте все, весь рейд. Защитника, защитника играйте. Все, давайте обратно в центр вернулись. Нам тут еще минута и 10 секунд стоять. Опять защитник трусы поставил. Отошли все в синий квадрат и бьем трусы. От синей все отошли и бьем трусы. Давайте, давайте, доливайте защитника. Смотри, там никто не стоит, все синие квадратики. Приз, подойди. Давайте, есть страшная арена. Постоянно защитника ищем глазами и точечно играем. Защитник, тут все поставил. Поздравляю. Танки тупят. Я их и не бил даже. Смотри, танки сейчас. Тяжело. Поднимать. Apple Box поднимаем, Волк Magic. Бафы дали, пристабаф. Винту. Скажите, когда начинается. Заливайте массы. Нету защитника, массы заливайте в центр. Че, молнии делаем или нет? Да-да-да, молнии делаем. Спускаемся все вниз. После следующего трэша спустишь босс. Пока стоит. Хотите кто-нибудь гейм, я то там поставлю. Давай, ставь. Защитник, трусы, ребят. Отошли все в синий квадрат. Синий квадрат. Стойте там под ним, не стойте. Да давай, запускай босса, запускай. Заливайте весь этот трэш, хуёво сказал. Играйте раньше между собой небольшой. Центр ставь босс. Давай, Геру. Танки не забываем. Сейчас ждем молнию. Вы ведете босса на молнию. 3 секунды про себя отсчитываете и поворачиваете спину. Славить, забирай босс. Давай, давай, давай. Все отбежали в синий квадрат. Все, веди, поворачивай спиной. В синем квадратике. Ты хоть знаешь, что значит драка? Все, бери босс. Ага. Туда же, в синий квадрат. Синий квадратик. Это босс. Не кританет он. Дженнифер, рисай миссал. Тат на синий квадратик. Поворачивай. Ты куда, Макгрегор? Дед. Видишь, как Слава делает, запоминай. Смотри внимательно, Макгрегор, как он сейчас танчить будет. Смотри, ты ждешь молнию. Сейчас видишь молнию? Давай, Славик, веди. Там 6 секунд, поворачивай сейчас спиной. Ничего сложного нет. Вол. Меня не убьет. Меня не убьет. Убивайте босса. Поворачивай уже спиной. 3 секунды про себя отчитывай и поворачивай спиной. Да, Макгрегор, нету слов. Да в пизду, блять, это циркуль ебаный. Минус 91, косарь мой, здравствуйте. Колок опять. Какое уже?